Здравствуйте! Сегодня 5 апреля 2022 года, 18 часов 44 минуты. Я только что выходил из дому и на пороге своего дома дал котам кашу сваренную пшеничную с добавкой топленого такого сала внутреннего свиного. Ну, сдор называется на украинском языке, на русском языке, наверное, также будет звучать. Соль добавляется, вода, и в общем каша уваривается, и очень вкусная получается, и коты ее с удовольствием едят. Сейчас температура воздуха во дворе плюс 3 градуса, дует сильный такой западный ветер, моросит дождь. И что меня удивило, я посмотрел на дорогу, которая идет через село, асфальтная такая дорога, ну, я на окраине села живу, и вижу, едут машины легковые со стороны райцентра Репки, а туда они приехали со стороны Чернигова, вероятнее всего. Началось автомобильное движение гражданского транспорта. Это, конечно, очень радует, потому что вместо вот этого грохота, шума военной техники российской, наконец-то наши автомобили стали ездить и в село, и из села, и жизнь начинает входить в нормальное русло и возвращается к тому, как она и должна быть. Погода сегодня, конечно, плохая. Очень сильно сегодня с утра ветер дул, и я практически весь день дома занимался текущими всякими делами. Во дворе очень трудно было что-то сделать, потому что и холодно, и сыро, и такой ветер жуткий дул, и ветки на деревьях, но они еще без листьев, еще почки не распустились, но, в общем, выматывал эти ветки, они и по дому стучали, и по окнам. Тут у меня под домом, очень близко к дому, вишня растет, и она веточками своими стучит по стеклу. Я не хочу эти веточки обрезать, потому что на них вишни вырастают, ну, плоды образуются, цветет красиво эта вишня, и достаточно много плодов получается. Кисловатые такие, это такой полусортовый, полусортовая такая вот вишня, ну, не дикая такая, ну, сельский вариант, скажем так, то есть то, что раньше в селах высаживали. Так что вот сейчас вот эти машины, которые едут в сторону села, это вероятнее всего, что те люди, которые в Чернигове в блокаде находились под бомбежками, под обстрелами рашистскими этими и ракетами, и установками ракетно-залпового огня, и пушками, и гаубицами, и всем чем угодно. И наконец-то люди смогли выехать из этого города, который не сдался, не покорился рашистским этим оккупантам, выстоял и сохранил свою свободу, независимость. Чернигов – это красивейший, старинный, исторический украинский город, один из древнейших городов Киевской Руси. Он на 240 лет старше, чем Москва. Я вот посмотрел в интернете, в Википедии информацию по поводу возраста Москвы и Чернигова. Так вот, оказывается, что Чернигов на 240 лет старше, чем Москва. Радует то, что все-таки постепенно приходит мир на нашу землю, но печалит то, что сейчас вот эти все вооруженные силы этой Российской Федерации, которые выходят или вышли с территории Украины на территорию Белоруссии и на территорию России, они могут, ну, как бы некоторое время переждать, находясь на той территории, а потом повторно как бы напасть, потому что в голову этому карлику Пу может ударить моча в любой момент, и сегодня утром ему одна нога чесалась, завтра другая, послезавтра там у него приступ шизофрении очередной может случиться, он может любую команду отдать, вплоть даже до того, что нажать на красную кнопку и ядерными ракетами начать кого-нибудь бомбить там, или по пингвинам где-нибудь в Антарктиде, или в Австралию тогда ракеты направить, или на Украину, или еще куда-нибудь. Потому что это существо неуменяемое, неадекватное, не контролирующее свои мыслительные процессы, а находящееся под
жестким прессингом шизофрении, паранойи, страха, боязни всего. Неспроста он и на расстоянии 7-10-15 метров находится от людей. Причем, когда встреча была с президентом Франции Макроном, ну, расстояние между ним метров 7, наверное, было. Ну, 6,5-7 метров, ну, не меньше. Ну, я вообще поразился, когда увидел в интернете вот это видео, когда Карлик Пу встречался с президентом Франции Макроном, и меня поразило то, что на таком огромном расстоянии он в своем кабинете встречался с президентом другой страны. Ну, как будто бы это Макрон заразный какой-то приехал с кучей болячек. Ну, в общем, у Карлика Пу паранойя, это не лечится, так же, как и шизофрения, вылечить невозможно. Местное население сейчас потихоньку отходит от шока, от того пережитого состояния. Но тут у нас, слава богу, более-менее, как бы, хотя и оккупация была, и более-менее, как бы, тут все благополучно, не сравнить с тем, что происходило в том же самом Чернигове. И я уже не говорю про то, что происходило в других городах, типа Мариуполя или Бучи, это под Киевом городок такой, есть Ирпень, Ворзель, Бородянка, Гостомель, там, где вот эти фашисты, рашисты, ну, самый настоящий геноцид украинского народа устроили, уничтожали этих людей, несчастных, невинных, ни в чем не виноватых. И таким образом эти садисты развлекались и преследовали цель уничтожить как можно больше украинского населения. Причем большинство людей из них, вот этих, которые погибли, это русскоговорящие люди. Вот в Киеве подавляющее большинство населения при советской власти разговаривало на русском языке. Ну, такая традиция была. Это еще тянется с царских времен. Тогда, когда Российская империя была, и в Киеве преимущественно разговаривали на русском языке, ну и, естественно, что суржик существовал, такая смесь русско-украинского языка, такая своеобразная. Этот суржик и сейчас есть, конечно, он меняется с каждым годом, ну, как и любой язык, видоизменяется, модифицируется. Вот сейчас речь сравнишь русскую и 100 лет взять человека, который 100 лет назад разговаривал на русском языке, разница ощущается. Если взять там на 200, на 300, на 500 лет назад, то с трудом поймешь, что тот человек говорит, а тот человек уже будет с трудом понимать, о чем мы говорим. Потому что язык, к сожалению, или, может быть, к счастью, он видоизменяется, модифицируется, улучшается, заимствует слова из других языков и таким образом обогащается словами и как бы расцветает более пышным таким цветом, появляются новые слова и увеличивается словарный запас у людей. Я несколько отклонился от темы, вернусь обратно к тому, что стал ездить транспорт в наше село, ну и естественно, что в соседние села. Я не знаю, что там в центре села происходит, но судя по отсутствию шумов из центра села, мне кажется, что военная техника вот этих рашистов, которые в центре села оставались, наверное, все-таки они уехали под сокрытием дождем, когда тут дожди были несколько дней. Они, наверное, уехали, потому что я уже несколько дней военную технику не вижу, чтобы она как-то перемещалась тут по дороге в сторону райцентра Репки или туда вот дальше, в сторону Чернигова. Видел тут пару дней назад, ехала одиночная такая машина типа Урала с тентом сзади на борту. Большой такой Урал, ну это для перевозки живой силы. Не знаю, он там пустой ехал или еще там что-то на кузове своем вез. Так что мне кажется, что из села эти рашисты ушли. Но я в центре села не ходил, потому что и погода сейчас такая, что 3 километра идти в одну сторону ради того, чтобы посмотреть, есть там кто-то из рашистов или нет, как бы нет смысла. И при такой погоде дождливой я пока туда схожу, пока назад вернусь, так я весь мокрый буду. Подожду день-другой, когда тут погода чуть-чуть улучшится и не будет дождя, схожу, посмотрю там и пройдусь по местам боевых действий и пофотографирую, что там, какие там где-то ракеты упали, кого там бомбили, кого там пристрелили, кого там из рашистов этих отправили на концерт Кобзона и так далее. В общем,
не фиксоваться на чужую землю, и были бы эти рашисты живые. А так, по дурости своей, по глупости, решили развлекушку устроить, сафари на украинцев, пострелять тут и в людей, и в животных, и в котов, и в собак, и в кого тут только они, падлы эти, не стреляли. Ну, в связи с тем, что транспорт начинает потихоньку ездить, я знаю, что из Киева уже открылось автомобильное сообщение по дороге Е95 в сторону Чернигова, уже везут продукты, везут лекарства из Киева в сторону Чернигова, потому что Чернигов сильно пострадал от этих обстрелов, от этих бомбежек круглосуточных практически. И Чернигову, естественно, что нужна помощь всяческая для того, чтобы хотя бы на первое время и продуктами снабдить, чтобы люди могли питаться более-менее нормально, и чтобы лекарства были в аптеках, и, может быть, какие-то лекарства будут и бесплатно раздаваться, потому что сейчас не у каждого есть деньги, чтобы можно было лекарства покупать. Вот, мне тут тоже кое-какие лекарства нужны. Ну вот я принимаю такой препарат, аспаркам называется, это соли калия и магния, которые нужны для нормальной работы мышц. Я езжу на велосипеде, и большой расход вот этих солей минеральных происходит при большой физической нагрузке, и эти соли вымываются из организма, и потом мышцы начинают судороги схватывать, и если не принимать эти таблетки, то получается, что ни с того ни с сего идешь, а тут вдруг раз — и судорога мышцу на ноге скрутила, и боль такая страшная, что, ну, в общем, кошмар, словами не передать. Вот. И естественно, что это сказывается, отсутствие этих солей, и на других мышцах, в том числе и на сердце. То есть сердечная мышца тоже страдает от отсутствия этих необходимых для организма солей. Ну, в пище они есть, но при больших физических нагрузках того количества, которое есть в пище, недостаточно для нормальной работы мышц. Так что я тут перетерпел, потому что в аптеке не было возможности. Я вот, когда это было, 26 числа, наверное, да, 26 числа в аптеке, нет, 24 числа. 24 числа я, по-моему, в аптеку заходил в феврале месяце. Или 26-го. Нет, 24-го. 24 числа, когда вот эти вот рашисты уже заехали к нам танками в село, я успел зайти в аптеку и 50 таблеток, один блистер купил, вот эти таблетки аспаркам. И они у меня за месяц разошлись. Уже давненько их нет. Я их по 2 штуки в день принимаю. Ну, слава богу, судороги не хватали за это время, хотя уже, если еще не принимать какое-то время, то начнется этот процесс. Так что спортсмены, они вынуждены, или те, кто тяжело физически работает, или много работает, они вынуждены принимать эти препараты, вот эти минеральные соли, для того, чтобы мышцы нормально работали. Я, конечно, очень рад, что началось автомобильное движение, люди уже не боятся выезжать из своих дворов на машинах, ну, уже такого страха нет по сравнению с тем временем, когда тут эти рашисты на танках и на всяком военном транспорте ездили по нашим сельским селам. Люди уже как-то входят в нормальное русло и занимаются решением текущих проблем, вопросов, потому что уже и посевная на носу, и нужны семена, и удобрения нужны, и различные препараты для борьбы с вредителями. Ну вот картошку необходимо при посадке обрабатывать препаратами, потому что колорадские жуки, если такую картошку не обработать, вот эти молодые листики, которые из земли вылезают, их сразу же облепляют колорадские жуки и объедают эти листья, и кустик только-только вот выполз на поверхность, пробился на поверхность над землей, и тут же его молодые эти листики нежные, десятки, сотни жуков колорадских объедают. Они зимуют в земле, и тут же на этом огороде или с соседнего огорода прилетают и жрут эту картошку. Поэтому необходимо обработку такую делать. Ну и при обработке клубней получается так, что ядохимикат этот впитывается
растущие растения. И жуки, которые едят, они едят эти молодые листики, они погибают, а новые, которые прилетают, тоже едят и погибают, но они погибают быстрее, чем растет это растение. А если их не подтравить вот таким вот образом, не обработать клубни картофеля, то жуки сожрут в 3-4 дня, весь огород будет лысый, голый стоять, и от той картошки ничего не останется. Или постоянно сидеть на огороде, ходить с утра до вечера и собирать руками этих жуков. Но это не каждый выдержит. Раньше этим занимались в советское время, когда не было таких сильнодействующих препаратов для борьбы с колорадскими жуками. Или вручную собирали их. Я помню, что вот в пол-литровую баночку или в консервную какую-то вот баночку из-под каких-то консервов рыбных собирали, а потом в ведро всыпали их, этих жуков, и в ведро керосин наливали, ну, обычный осветительный керосин, того еще советского качества. И жуки в этом керосине погибали, а потом относили куда-нибудь в лес там или где-нибудь закапывали в каком-то месте таком, значит, подальше от огородов. Но это, конечно, неправильно делали. Нужно было не в керосин их заливать, а брать и, значит, кипятком заливать, то есть высыпать этих жуков в емкость, ну, в ведро такое пластмассовое, которое плотно крышкой закрывается, а потом вытряхивать их из этого ведра в металлическое ведро и заливать крутым кипятком. И жуки от крутого кипятка не погибают, их спокойно можно где-нибудь в любом месте на огороде высыпать, и они уже не оживут, и никакого вреда не принесут, и керосина не будет, и земля не будет отравлена. Так что сейчас вот лучше, конечно, таким способом этих жуков уничтожать. Вот. Но я когда в прошлом году ходил, собирал жуков, их просто давил. То есть пальцами хожу, давлю, ну, с кустика собираю и тут же давлю. Хожу, собираю и раздавливаю в руках, но получается, что пальцы, облепленные вот этим соком, этой кровью, этой гемолимфой из этих жуков, все это начинает слипаться. То есть это тоже не метод, конечно, но кто как может, так и борется. Но с жуками нужно бороться. Так же, как и с этими рашистами, которые как тараканы понаползали на территорию свободной независимой Украины и устроили нам здесь нежданно-негаданно необъявленную войну, и сколько они и людей убили, и всего разрушили, и уничтожили, и отбросили Украину в экономическом плане на многие годы назад. В сельской местности, там, где войны такой серьезной не было, люди как бы не сильно от этого всего пострадали. Ну, в данном случае я про свое село говорю. Не считая тех нескольких домов, которые сгорели тут у нас в селе. Ну, слава богу, никаких человеческих жертв не было. А есть такие села, где и дома погорели. Я вот смотрю там видео в Ютубе на маленькой скорости через ADSL модем, через телефонные провода. Интернет предоставляет компания Укртелеком. Скорость соединения маленькая. Ну, там на небольшой скорости с разрешением 144 пикселя, ну это как для телефона. Самое минимальное разрешение, которое можно в Ютубе выставить, я поставил, и на маленькой скорости с такими вот приостановками видео скачивается, потом показывается, потом опять скачивается, потом опять демонстрируется, и таким вот образом я могу видео посмотреть. Сейчас вот эти свои видео, которые я снимал на фотоаппарат, я не могу выкладывать в интернет, потому что скорость соединения маленькая, и там по 700, по 800, по 1000 мегабайт файлы. Ну, скорость вот этого соединения не позволит выложить видео в интернет, поэтому я выкладываю только аудиосообщение и заставочку такую делаю, и файл получается там 20, 30, 50, 60 мегабайт, но это то, что я еще могу закачать. А закачивать там по 600, по 800, по 1000 мегабайт и больше видео я пока не могу, потому что скорость интернета очень низкая. На этом буду заканчивать. Слава Украине! Слава героям Украины! Слава защитникам Украины! И слава тем людям, которые оказывают нам и оказывали помощь,
практически со всего мира, чтобы мы в этой необъявленной подлой коварной войне Российской Федерации выстояли, потому что война фактически еще не закончилась, она только в отдельных местах приостановилась, а война еще продолжается, и серьезные боевые действия происходят и в Херсонской области, и в Сумской области, и в Харьковской области, и в Донецкой, в Луганской области, и там сейчас как раз вот эти все воинские формирования, которые были распалены по Киевской и Черниговской области, они будут перебрасываться или уже перебрасываются в Луганскую и Донецкую область Украины, и там будут очень ожесточенные, тяжелые и кровопролитные бои. И там будут жутчайшие разрушения и сел, и городов. В общем, я содрогаюсь, когда представляю себе, что там будет, и я вижу, как это все происходило и под Киевом, и в Киеве. Ну, Киев в меньшей степени пострадал, чем вот эти города под Киевом, которые взяли на себя всю вот эту вот разрушительную, весь этот разрушительный удар вот этих рашистов, которые пытались Киев захватить и покорить. Ну и я вижу в Ютубе информацию, что происходит в Чернигове. Ну, в общем, страшное зрелище. Это не дай бог кому-то такое пережить. Всем защитникам Украины желаю 100 лет жизни. Берегите себя. Желаю вам крепкого богатырского здоровья, благополучия, удачи во всех делах. Всего вам хорошего, до свидания и до следующих выпусков моих сообщений.